Победители областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья-2018» сегодня получают заслуженные награды в Доме правительства. Напомним, на конкурс подали заявки более сотни обновленных подъездов. Лучших выбирали эксперты ЖКХ, а также жители области через портал «Добродел». Помимо дипломов, победители получили групповые сертификаты на экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, победителям предусмотрена бесплатная установка камер видеонаблюдения в подъездах с подключением к системе «Безопасный регион». Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проходил по 5 номинациям. И в одной из них, а именно лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей, победил Клинский округ. Приз взял подъезд в 26-м доме по улице Большая Октябрьская. И сегодня делегация от Клина с самого утра уже была в Доме правительства, награждение уже состоялось. И вот какой привет победители передали клинчанам. Здравствуйте, дорогие клинчане. Мы находимся в здании правительства Московской области, и у нас очень приятное событие. Наш подъезд номер 1 дома 26 по улице Большой Октябрьской занял первое место в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», отремонтированный с участием жителей. И теперь все мы поедем в Петербург. Участвуйте в конкурсе, украшайте свои подъезды, и у вас будет возможность получить приз и поехать в путешествие. Да? Спасибо Александру Михайловне и главе городского округа за поддержку. Если бы не поддержка на столь высоком уровне, ну, наверное, мы даже не стали принимать участие, потому что, когда тебя не поддержат, нету стимула принимать участие. Спасибо вам, и надеемся, что не только наш подъезд, а и другие подъезды тоже будут красивыми и благоустроенными. Мы поздравляем жильцов 26-го дома по Большой Октябрьской. Желаем счастливого путешествия. Надеемся, что эта победа вдохновит и других жителей округа на полезные дела.